Что самое интересное, ой, вот тут тоже есть птенцы. Не знаю, слышно, нет? Но их никто не трогает. Вылези из горшка. Ну все, белый всех разогнал, ворон сегодня не будет съеденных. Молодец. Вон они, родители. Так. Видно, не видно, вот. И начинают клювом стучать по дереву, когда им не нравится, что их преследует, да? Пришла посидеть рядом. Я на тебя поражаюсь. Что с тобой случилось такое? Милый зверь. Тихо, тихо, сейчас на камень не пойдешь. Смотри, сейчас лапки грохнешься. Вот, видишь, не было бы моей ноги, уже бы валялась бы на земле. Вы посмотрите на эту веселую морду. Как мало лисе надо для счастья. Дать одного цыпленка. Потом попытаться его отнять, чтобы она потом все-таки поняла, что это она такая главная. И все, лиса счастлива. Сидит на вашей руке и... Да-да-да-да-да. Пытается у вас выщипать блох. Молодец. Да. Боевой батон вернулся? Нет? Или это игровой батон? Вот весенняя лисица, она не кусается. Сейчас она просто играет со мной. Нету никаких укусов. Она не разговаривает. Она не пищит. Вообще просто милая дама. Собаки идут. Давай, я тебе помогу с хвостом. Что такое? У тебя опять клочья из него вылетают?
Нет, вроде все нормально. Такая взрослая и такая хулиганистая. Ну как это сочетается, Алиса, объясни мне. Давайте посмотрим еще одно утро и как сегодня себя ведет Алиса. Привет, рыжий монстр. Ну, оп, даже не поздоровалась. Эй, эй, Алиса, ну. Ну, другое дело. Какая сегодня своя лиса. Ну что? Ты давно проснулась, как я вижу. А время еще 8 утра. Ну что, нос? Рассказывай. По чесухе. Ой, лапой, лапой. Кто на вчерашнее видео говорил, что лиса обиделась? Нет, она не обиделась. Мне просто вечером я выложу это видео, если найду. Оно короткое, только вы звук сделайте потише. Где она на Макса нападала, кричала. Ее было какое-то нервное истощение было. Ой, ну прям вообще. Котенок. Легла? Давай, давай. Переворачивайся. Балдежная весенняя лиса. Другое время года, ты бы мне руку бы тяпнула бы. А тут прямо само спокойствие. Так что всем, кто беспокоился вчера, что у нее что-то болит, либо еще что-то, либо она обиделась, нет, все было хорошо. Тянется. Эй, эй. Так. Да, Макс. Алиса. Алиса прогнала белого и сама тоже убежала. Вечер отличного дня. Та-та-та-та-та-та. Алиса. Белый, возвращайся. Ее нету. Белый. Белый, белый, белый. Белый, иди сюда. Иди. Все, она ушла. Иди сюда. Да. Ее нет, она на заднем дворе. Нет? Нету. Рыжая убежала. Белый, иди сюда. Молодец. Да.
ужас. А вот и Джонни. Алиса, ну-ка прекрати его кусать. Алиса. Кто хотел много собак? Вот, пожалуйста. Много нету, есть две. А потом спрашивают, почему... Ага. Белый автоматически убежал в будку. Алиса, ты на него плохо влияешь. Алиса! Алиса! Нет, ушла. Макс, это все ты. Она знает, что тебя не подвинуть. Просто не на дюйм.